когда от природы дано многое, а желания нет. Надо было все время его подгонять. Ленивый был. Но игра в команде сделала свое дело. Мы добились высокого результата, стали чемпионами Европы. Когда баскетбол открыл дверь в Америку, а травма поставила на карьере крест, пришло время детской мечты. Я говорю, мам, я буду сниматься в Голливуде. Сидя дома в Могилеве на диване. От охранника и бандита до вишенки. Будешь сейчас за так вести? Будешь? Нет! Роль второго плана, которая стала народной. Вперед, подпрыгивай, забивай. Гена, да? Да, Гена. И запомните, я не Гена, я Андрей Свиридов. Большой актер, бывший спортсмен и широкой души человек Андрей Свиридов в проекте «Наши». Смотрите в понедельник сразу после «Панорамы» на «Беларусь-1».